I think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня будет опять рекордик. У нас сегодня аккаунт Андрюхи, АС-сервер. И сегодня хорошие противники. Сейчас посмотрим, что тут вообще есть на АСе интересного. Как обычно, здесь нету... Ничего себе, 6. Прям 6 целых ненужных героев, осколков, точнее, ненужного героя. Так, настолочка. 200 снеков. Так, пазлики. Тут что тут менять пазлики? Заберу скин. Так, в поисках сокровищ есть, ничего себе. Прикольненько. На русском сервере все ждут после прошлой халявы, наверное, халявы там этой акции больше не будет. Так, у нас сегодня битва гильдий. 97, маловато сливов. Ну понятно, что маловато сливов. У нас сегодня топы 2127. О, 2150, 2148, 2147, 2147. В общем, я понял, мы сегодня будем дамажить только Коа. То есть это топовая, насколько я понял, гильдия по силе. Да, эти все слабенькие. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, что я хотел? Я хотел посмотреть топ гильдий. Да, они на первом месте. Ну тут разница, конечно. Ну тут все топовые гильдии, но тут разница в силе колоссальная. Видите, максимальное количество кредитов. Вот так вот показано макс. Первый раз, кстати, вижу, я не видел, чтобы на других серваках такое было. Тун-тун-тун-тун. Так, окей. Поехали. Посмотрим, что там у нас на дефах у них стоит. Ой-ой-ой, это такие дырочные топы, что ли? Не, ну ладно. В принципе, им пофиг. С одной стороны, им просто пофиг. Потому что, ну, они... из-за силы своей просто могут даже со сливами свободно бегать. Чего не скажешь о других гильдиях. Но мы попробуем сегодня поставить опять рекордик. Так. Берем сюда бардика. Интересная, кстати, у Андрюхи сборка барда. С выживанием стоит. Феникса. Да, с питомцами тут, конечно, полная печаль. Так, где его феникс? Вот такой вот феникс Китсуне. Так, Дрейка надо. Это обычные. Командорку возьмем. Так, командорка есть. Вот давайте попробуем поставить рекорд без донатными героями. Мне просто интересно такой вариант. Барда мы пофнем. Так, кого такого взять на добивочку? Конечно, там, где юниты, но мы сейчас подправим, если что. Попробуем такой вариант. Мне интересно просто стало. Mm-hmm.
Так, попробуем сюда поставим. Ну, не факт, конечно, что он выживет, но попробуем такой вариант. Так, это для Реса. Есть, есть, есть. Будем пробовать с Феникса. Так, окей, поехали. Так, сколько они там кого набивают? Сейчас мне интересно. 22 700, да? 22 700. Но мы сейчас попробуем это побить. Я надеюсь. Я надеюсь, у нас все сложится удачно. Так, надо где-то искать дырочку в центре. Ближайшая дырочка у нас тут, окей. Так, сразу же у нас забирает энергию, да? Печально. Блин, юнитов дофига. Попробовать поподбивать Ронином юнитов изначально. Конечно, это опасно, но мы попробуем. Так, командора у нас уже офнулась. Отлично. Так, еще надо один удар от Ронина по юнитам именно. Отлично. Что, можно попробовать запустить Дрейка, думаю. Запустим этого товарища еще. Отлично, смотрите, начался мисс. Так. Ребятушки, шанс слива у нас максимальный. 74%. Все, всех слили? Охренеть. Давай, тащи. Слился, блядь. Пиздец. Это просто писец, ребята. Блин, пипец. Ну бас. Я в шоке. Как так можно было? Еще и затащили, блин, не убили. Пиздец. Это должен был реально быть мировой рекорд. Пиздец. Капец, я в шоке. Надо все-таки ремочную ставить. Жесть. Блин, обидно, капец обидно. Я так хотел, блин, затащить бездонатными героями. Ну, относительно бездонатными героями, вы, думаю, меня поняли, что я имел в виду. Капец, как обидно, как я провтыкал наверху здание. Блин. Тут, смотрите, тут все намного проще. Блин, это ж надо было так. Вот, блин, были бы нормальные питомцы, без проблем бы затащил. А тут, конечно, жесть. Обидно. Это у нас получилось бы... Блин, реально получился бы новый... Просто тупо новый рекорд. У Андрюхи было 22, по-моему. Блять, обидно. Трэш, блин.
Посмотрите, как командорку, кстати, заблочили спектром сразу же. Ой-ой-ой. Ронька, живи. Ну тут все просто изи, вот реально. Блин, как можно было такой файл сделать? Пипец. Просто пипец, ребята, я в шоке. Ну, я надеюсь, на следующий раз нам больше повезет. Так, тут дырочек у этого нету. Блин, обидно. Обидно, не могу даже передать словами, как... Блин, тут тоже, кстати, опасно. Эти юниты, блин, это пипец. Как так можно было на первой попытке просто тупо провтыкать? Вот как, объясните мне. Как нафиг? Так, давай юнитов добивай. О, отлично. Тут вообще без проблем. Эх, блин, пипец. Так, вижу дырку. Когда я вижу дырку... Надо будет придумать рифмочку. Смотрите, как блокируется сразу же спектром. Капец, так обидно. Такой шанс был офигенный. Сколько мы там? 200 не досчитались. Ну вот просто изи все проходятся. Блин, ну надо было так попасть, ну. 20500, да, было бы 22700 с чем-то. Реально. Блин, обидно. Капец, даже не добили здание, даже не добили ратушу. Ну блин, ну это пипец. Я в шоке, блин. Я просто, честно говоря, в шоке. Как так? Шанс слива, конечно, блин, максимальный, ребята. Так, выставляем обратно героев. Хотя надо было, я провтыкал, надо было брать все-таки Седнуса живой. Какой-то был бы более удачный шанс. Сам виноват. Капец. Капец, короче. Хотя, в принципе, тут по силе они очень отстают. Но жалко, очень жалко. Там стоял, я уже даже не помню. Ворожаемого не было. Лисица стояла, по-моему. Вот такие вот, ребятушки, к сожалению, блин, хотел побить, блин, рекорд.
как обычно. Что-то сегодня пошло не так. Ну, бывает. Питомцы, блин, немножко питомца бы получше, конечно, было бы вообще изи. Хотя остальных четырех мы затащили. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Я надеюсь, мы скоро это сделаем. И все-таки вжарим опять рекорд. Но, блин, к сожалению, немножко нам, совсем чуть-чуть не хватило. Сколько здесь? Здесь 21 900. 22 750. Но мы бы реально побили. 22 500. Мы бы реально затащили бы топ-1. Но, к сожалению, шанс либо максимальный. Все, всем удачи, всем пока.